Да, патруля нам не хватало. На, Жень. Там все проходное. Мы сегодня проехали. Где проехать? Вот, проехали. А что, тут лайт? Да. Сам думал, что я застрял, честно говоря. Вот тут пацан. Масайскую дубину похоже, кстати. Оно каким-то образом взяло и поехало. О, почти масайская дубина, смотри. Просто вот здесь вот очень глубоко, у меня дома. И там нет дна. Да ну ладно. Ну вот зайди туда. А как я проехал? А ты там не ехал. Ё-моё. А ты же здесь попал. Это жесть. Ты вот зайди туда, просто под куст, Рус. Нет, не хочу. Я в прошлый раз тут ехал, блин, без проблем, а теперь кто-то тут так накопал. Какал. Ехал, говорит, без проблем. А сейчас лебедился? Нет, тут проехал. Я тут на Шевроле Ниве проплыл. А я вот так проехал, как оттуда. Ну, дно твердое. Все только там твердо. Всасывает только меня в это дно. Всасывает, да? Да, оно там уходит. Ого, глубоко как. А как же Андрюхе ехать? Слушай, по колено в муляке я. В муляке по колено. И вода холодная. А вот тут... На месте стоит. Да, черкезу тяжеловато. Вес отличается конкретно. Надо сказать, чтобы не газовал, блин, он так копает. Протраивает. Так, куда снимать? Ё-моё! Как-то ты правее шел, наверное. А? Ты, наверное, правее шел. Быстрее было. А, тут я стоял, да. Да, патруль 35-х. Не из этой оперы. Интересно, какая у вас разница в весе, Андрей? Что ему совсем тяжело. Думаю, на полтонны ты легче где-то, наверное. Специальная... Черкес пролетел именно здесь. Дальше капец. Если не знает, куда ехать, сейчас мы такая поворотник. Поворотник, да. Нормально приехал. Бля, по-моему, зря он туда, ёпта. Скажите ему, чтобы он туда Сто... не ехал. Стой. Что это за сумка? С деньгами? Да. Ну все, прячь. Если мельче, но застрять, то вправо. Да не, попробуй ходом, может. Глубже, но можешь, есть шанс проехать. Будем пробовать. Кто там назад подсказал? Так, ну сейчас на коксе. Вот так как круто, вот так и нет. Ёханы бабай. Нет, стоп. Так, решили все-таки по этой траектории дубасить уже. Сколько пролетит, столько пролетит, тут вот хоть не так глубоко. Какой-то мужик в черном перебежал ему дорогу. Все.
А он домой сваливает или что? На площади советчиков меньше реально, да? Нам его не хватало сегодня. Недалеко заехал. Так, а я сам проехал. Женя, ты понимаешь, что такое патрол, что такое Toyota? Это два разных автомобиля. Ты, я думаю, понял уже, да? Вот, конкретно все, мотор. Так держит. Представляете эти нагрузки? Это и мотор все, и мотор держит. Валера держит там, да? Все, да. Валера держит. Это из-за меня проблемы все. Ой. Там Юля вверху. Юля, это тебе не якорь, тут повыше. Сань, ты прикинь, держит машина просто на передаче. Раскачки. Как на качели, можно деньги брать, да? Нет, не как на качели, что-то другое. Это более приятное. Более приятное, наверное. Звуки, да, суровые. А блокировка есть? Заднюю надо включить. Блин, и шины у него там какие-то серьезные, слышишь? А, говорят, это трободоры какие-то. А, триподоры, да. Все есть. Очень сильно. Сильно, да. Да. А 35 они, да, колеса? 35-е, да. Блин, на нем они 35-е, как это. Да-да. Какие-то маленькие. Ну, это зря надо было тут пробовать, конечно. Чероки на Варне. Он легче патруля на тонну, наверное. Я, кстати, тоже не сильно легкая. Какая? Твоя? Не, ну. Сюда по паспорту 2 600. Не, то полное масло, наверное. Колеса другие. А передний бампер чего столько весит? Килограмм, наверное, 50. Смотри, как выходит вверх. Обратная дорога одна, да? Не, обратная. Обратная дорога только такая. Ну, через брод есть, но брод такой глубоковатый немножко. Это можно тут смотри, как она насколько четенько, почти чуть-чуть. Блин, всех обрызгал. Рви когти. Чероки. Ёханый бабай. А посуду не сдали, да? Слышно звук был. Да, да, да. Так, красавчик, вообще, слышишь? Так, патрол, все проехали. И патрол проехал, красавчик. Ну, нашли такую траекторию приемлемую. Мы в нескучном, друзья, Рубилово. На высшем уровне, как обычно. Так, сейчас Рус покажет Аджаджа. Ну, это не прыгнуло, это прошли машины, сюда не прыгнули. Ну, понятно, дело.
Юлиана, хорошо, что ты убралась, я бы закатал бы тебя в грязь там. А у вас и крепкие вообще? Вообще не. Что, все болото решил положить? Короче, как мне теперь отсюда выходить, я не знаю. Вот так, сюда. Влево! Вообще какая-то хрень, не хочу. Не хотят. Отойди, Жека едет. Он тут не поедет. Ты сюда поедешь, а хера. Трехлитровый, да, чувствуется. Патрол 4.2. Тяжеленький. Что-то он не едет, да? Тяжелый. Мы там на ступеньку наскочили, я спереди стоял. Головой стекло лобовое разбил. Да? Разбил? Ну как, трещина такая, да. Ну, хорошая. Охренеть. Выпочайте! Диагоналка просто. Жесточайшая. Туда руль, туда руль! Руль вправо, стой! Руль вправо, еще. Патрол на 35-х триподорах. Очень сложно ему. Мотоциклист тут у нас. Да, ух ты что, так ты тут как... Так ты так в Карпаты можешь ехать на нем, только лицо вспотеет. Да, только кепку надо, чтобы это